Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Honda Civic 2008 года выпуска с бензиновым двигателем 1,8 литра, автоматической коробкой передач, пробег на автомобиле 90 тысяч километров. Клиент приехал к нам в технический центр выполнить ремонт ходовой части, поменять масло в двигателе, тормозную жидкость. Ну, запчасти все привез свои, поэтому мы сейчас выполняем замену задних тормозных дисков с колодками, а также на правой ступице поменяли шпильку, была сорвана резьба. Сейчас ступицу установим назад на автомобиль. По передней подвеске был выполнен ремонт. Видите, передние диски. Колодка неравномерно изношена. Поэтому здесь уже действительно требовалась замена. На весь объем работ мы потратим 7 часов, и сумма ремонта составит 8210 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.